Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня немочка сразу же после стримчика по Бравл Старс зашел сразу записать видосик. Обновились акции на немке и не только. Почему не только? Сейчас мы будем с вами ржать, хохотать, я не знаю. Ну это просто пиздец, честно. Вот добавился опять новый обмен на немке по шарику. Это, конечно, круто. Несмотря на то, что меня бомбит после слитых кубков, по поводу обмена. Ну, обычный стандартный вроде бы обмен, да, то есть можно обменять ресурсы на определенные. Здесь можно, кстати, что очень даже круто и классно, не будем забегать наперед, дают возможность обменять вот так вот ваши какие-то ордена. Это реально круто, потому что у многих проблемы с орденами, они уходят в лимит, и все, и дальше невозможно ничего сделать. Это однозначно плюс, я считаю, очень полезно. Камешки обмен, это понятно, это для донатов. Вот эти вот кристаллы тоже, в принципе, кайфовая тема. Взял себе, обменял 2000, нормально у тебя кристаллы хотя бы на этом. То есть удобная вещь, я считаю, реально кайфовая. Поехали дальше. Так, нормально. А дальше начинается реально пиздец. Афинка это на третью карту, с которой опять же, ну вот просто, блядь, вот я не знаю, еще 500 сундуков, но вот скажите, каким надо быть, извините меня, долбоебом, чтобы запихнуть, блядь, обмен двоих героев и карту дать с теми же самыми героями. Ну это просто... это просто HG, вот я так это назову. Афину и заклинательницу вы меняете на карту, с которой с большим шансом упадет тот же самый герой. Ну плюс еще вы потратите, блядь, на это все дело 500 вот таких вот сундуков. Ну это, блядь, это... Ну я не знаю даже, что сказать. Это нормальная тема. Это мы пришли. Смотрим дальше. Дальше у нас обмен. Дальше у нас обмен. Это, блядь, ну как можно вот эту вот дичь сделать? Ты меняешь двоих героев. Опять же, на ту карту. Ну, понятно, здесь есть шанс, что вы вытащите Феникса, вытащите Землеройку, вытащите Космо. Шанс, конечно, есть. Но, блядь, вам может выпасть один... тот же самый герой. Вот мне интересно, напишите, кто все-таки реально решился на этот обмен. Я не буду менять, потому что мне надо запасные карты, повторки. Блять, просто без комментариев. Смотрим здесь. Вы меняете Феникса, вы меняете Космо и 50 кулаков на что? На мастера рун, который не упадет. Ну, я не знаю, конечно, для тех, у кого там есть перелимите ресурсы, это может быть, если у вас нету недостающего героя, 10 карт вы поменяете, это реально будет круто. Но, каким надо быть дебилом, чтобы добавить вот такую вот обмену, я не знаю. Дальше смотрим, дальше просто, блять, вообще, вау. 20 камней, которые надо, наверное, думаю, всем, 50 кулаков, которые тоже надо всем. На одну, блядь, нахрен коробку, с которой вам опять же может выпасть 20 камней. Ну, блядь, ну я не знаю, ну как это назвать? Ну, это тупизм, походу. Самый, что не есть настоящий. Вы не 20 коробок получаете, вы получаете одну коробку, с которой, по сути, вам может выпасть либо эти, блядь, камни нахрен назад, либо вот эта срань. Но это просто, блядь, это просто аут какой-то. Ну, я не знаю, как это назвать. Ну, это просто добавили, вот знаете, я надеюсь, этого не добавят на других серваках. На немке похрен. Добавили это и добавили. Я не знаю, каким надо быть дебилом, чтобы вот это вот обменять, ну, вот сделать вот этот обмен. Либо там карты вот эти. Ну, может, у кого-то есть вот это еще, ладно, куда ни шло, ты там можешь вытащить кого-то недостающего героя. Но вот это вот дичь, четвертая карта. Вот это дичь. Просто, блядь, без комментариев. Я не знаю, пишите, что вы думаете по этому долбоебизму, но я такого еще давным-давно не видел. Так, что у нас здесь есть? Распродажа, у нас есть сундучок. Вот это вот кайф. Вот почему я люблю немку. Ты зашел за один самик, просто тупо забрал охрененный набор. Это реально круто. За 1100 тоже, в принципе, можно огника дособирать. Там тоже классная тема.
расходнички. Может, может и заберу, не знаю. Но мне пока жалко самики тратить. А у меня есть 5000 самов. Может, камерам набрать, чтобы не тратить на эволюции. Ну, подумаю. В общем, надо подумать. 11 тысяч у нас. Короче, пиздец. Вот я не знаю, меня от этого реально все больше и больше бомбит. Ребята, хочу встать очень. Я побежал, сейчас вернусь. Итак, с ребятушки продолжим. Коника привязал. Просто, ну, честно скажу, я просто, блядь, в шоке с этого дебилизма. Ну, я люблю немецкий сервер. Здесь для бездоната кайфово, но такую дичь творить. Это просто, ну... Ни в какие рамки просто не вписывается. Отлично, 5 коробок. Дальше у нас 200, тоже неплохо. Тут у нас сейчас будут скины. Оу май гад, 5 осколков космо. Я начал собирать космо, ребят. Значит, скоро он нам выпадет. Через пару десятков лет. У меня еще ни на одном бездонатном аккаунте ни феникса, ни космо не было. Так, скин хорошо. Сколочки на мэре. Заодно и пропуска. Надо будет все-таки попробовать добить. Надо будет эмблему поменять, наверное. Ну, даже так нормально. Так, что у нас по скинам? Что-то есть? Не, ничего больше нету. Нового ничего не дособирал. Такс, поехали дальше. 100 бонус. Это что у нас? Это опять же рынок. Хватаечка. Так, что у нас по хватаечке? Бум-бум-бум-бум. Блядь, ну, не, ну как обычно. Ну, блядь, ну что ты не дала мне, блядь, хотя бы 30 жетонов. Ну, хотя бы 30. Блядь, либо даже 10 по 20 сундуков, все равно было бы круто. Так, это Plant for Prizes. Короче, нихера толком мы с вами не получили. Блин, ну что делать? Я вот думал потратить на дерево. Блять, даже сюда не хочется заходить. Копить дальше на дерево, блин. Лисица мне нафиг не нужна. Камешки эти. Ну, кому-то десятку качнуть. 300 книг, ну, как вариант. Ну, 100. Это, по сути, я сэкономлю, ну, реально, если у меня два строителя, это... Полтора месяца, как минимум. Мне надо, сейчас я посмотрю на ап. 11 дней. 11 дней, 11 дней. Плюс 100 даст. В принципе, выгодно. 5 на АПО и будет 4,5 ляма, придется там каких-то 200, 150, 200 гемов заплатить. Бля, с другой стороны хочется покопить самоцветы, хоть раз нормально запулить какую-то акцию. Но здесь за 300 смысла нету вообще никакого забирать. За 11 тоже копить ради одной этой нету. Но вот это вот за 5 выгодно, в принципе. 300 книг тоже классно. 100 этих. Эти мне нахрен не всрались, но вот эти тоже классно. Этот пак мне уже бессмысленно, так как я, у меня этих хватает кристаллов, у меня книг не хватает для прокачки. Эти мне не нужны. В общем, даже не знаю, что делать. Наверное, буду все-таки копить, ждать дерево. Дерево реально обалденное. Ну, с дерева хотя бы, либо сундуки, либо дерево. Хоть что-то можно будет еще дополнительно достать. Так, с 4 часа, через 4 часа сделаю еще квастики. Ну, будет, по сути, 7000 самоцветов на дерево. Мне надо по большому, такому хорошему счету, 17, как минимум, 17-20. Ну, как повезет. 17 косамов, ну, это минимум, блядь, неделька, а то и 2 собирать. Ну, за неделю у меня получается 6-7 тысяч. Блин, не знаю. Короче, надо подумать насчет этого. Не знаю, пишите, что вы думаете по поводу этой дичи. Но это, как по мне, самая большая дичь, которую могли только сделать. Вот это, блядь, это просто вот разрыв мозга. Ну, я не знаю, каким, чем они руководствовались, когда они добавляли. Да, блядь, добавьте сюда донатную карту, тогда будет смысл вот этого обмена.
Но такой дичи я еще просто, ну, просто тупо не видел. Пишите комменты, что вы думаете по поводу этого обмена. Ну, это, блядь, просто пиздец полный. Всем удачи, всем пока.